Идет моя красотка. Гуляет. Каждый ищет себе развлечение сам. Майские жуки. Да, Марусь? Вон она их сколько наловила. Слушайте, нашествие какое-то этих жуков. Затянется. Вот что можно сказать. Каждый развлекает себе сам. Марусь ловит майских жуков и играет. Хозяйка. Вот так мы развлекаемся. Я не могу с ней. Охотница. Опс. Вот такая потеха. Не могу, чудо. Слушайте, их просто ужас. Свет горит. Это вообще. Ну ладно, вам от Маруси большой привет.